Футболом. На позиции кого ты играешь? Нападающим. У тебя какая любимая команда? ЦСКА. Скажи, а ты в будущем хочешь стать футболистом или нет? Да. Или может быть кем-нибудь еще? Нет. Именно футболистом? Да. Потому что любишь футбол или потому что у них большие зарплаты? Большие зарплаты. О, как же любовь к футболу. А еще ты любишь у нас что? Шоколадное мороженое? Да. Почему шоколадное? Ну, я с детства люблю. А сейчас ты уже взрослый? Как ты думаешь, обижать девчонок это хорошо? Нет. Ты за косички их не дергаешь? Я люблю. И кнопки не подкладываешь никуда? Нет. Нет? И у тебя, может быть, даже подруга есть? Да. Или только с мальчишками дружишь? С девочками. Девочки, они вообще вредные очень? Или, нет, или хорошие? Нет. Хорошие? Да. Вот вы с друзьями что любите делать? Играть. Во что играть? Догонял. Прятки. Здесь, в центре или в школе? Да, в центре. Или по школе носитесь? Нет. Признавайся. Нет, в центре. Прятки. Какой предмет ты терпеть не можешь? Вот хуже горькой редьки. Английский. А какой нравится? Музыка. Музыка. Так может быть ты у нас еще и поешь? Да. Меня зовут Артем, мне 12 лет. У тебя классная стрижка, Артем, но ты ей недоволен. Да. Что хотел сделать? Лучше бы на лысо постригся. Что ты можешь трескать, пока живот не заболит? Клубнику. Клубнику? И что еще? Давай, подсказка зала. Клубника. Не, ну и орехи. Да. А какие орехи? Грецкие? Да. Я люблю батуты. Батуты. Но заниматься но ими не хочешь. Заниматься не хочешь? Нет. Почему? Ну, потому что я буду себе что-нибудь сломать. Так, а когда ты просто так прыгаешь, ты не боишься себе что-нибудь сломать? Нет. А почему? Ну, потому что я все уверен. Ты в себе уверен всегда? Почти. А ты тренируешься? Ну так, на карате хожу. На карате ходишь? Да. Давно? Ну, 2 недели хожу, это 6 тренировок уже. 6 тренировок. 3 раза в неделю тренировки? Да. Интенсивно прям. А есть что-то, что вот что на тренировках самое тяжелое? Что больше всего требует сил, сосредоточенности? Ну там только по пятницам, и то это спарринг. Скажи мне, а кусаться там можно? Нет, конечно.